Шел однажды мудрец по дороге. Созерцал пейзажи, думал о своем. Заметил на обочине прохожего. Тот только что снял с плеч огромный мешок. Тяжело вздохнул и сел передохнуть, сгорбившись и обливаясь потом. «Я не впервые вижу тебя здесь, всегда уставшим, с тяжелой ношей. Зачем ты так надрываешься?» – спросил его старик. «Я страдаю, чтобы мои дети были счастливы. Мой дед страдал, чтобы были счастливы отец и его будущая семья. Отец страдал ради моего счастья. Я продолжаю это делать ради детей. Они будут страдать ради счастливой жизни внуков». «Скажи, а был ли кто-то в вашем роду счастлив?» «Нет», – вздохнул человек. «Но мои дети обязательно будут счастливыми». «Послушай, змея не может научить своих детей летать, а рыба никогда не научит своих малышей разговаривать. Так и со счастьем. Научись быть счастливым сам. Тогда ты поймешь, как передать это умение детям». Жил в одной деревеньке старик. Он был одинок и нелюдим. Вечерами возле его дома играли местные ребята. Дети то и дело шумели, чем сильно его раздражали. Однажды старик не выдержал и сказал им: «Если вы придете играть сюда завтра, я вам дам по 1 рублю». На следующий вечер дети пришли и вели себя еще шумнее. Старик выполнил обещание и сказал, что завтра также им заплатят. Но на завтра он вручил им не по рублю, а только по 50 копеек. Еще через день старик раздал детям лишь по 10 копеек, сказав: «К сожалению, у меня заканчиваются деньги. Вы не пришли бы завтра сюда поиграть, как прежде? Но я уже не смогу вам заплатить». Ребят это сильно разочаровало, и они сказали: «Раз так, они сюда вообще не явятся. Мол, чего это они будут за просто так тратить свое время и силы?» Так старик дождался желанной тишины. Мораль. Легко манипулировать теми, чья мотивация заключается только лишь в деньгах. Маленькая птичка летела на юг, чтобы перезимовать. Было так холодно, что она замерзла и упала на землю в большое поле. Пока она там лежала, корова прошла мимо и покакала на нее. Лежа в коровьей лепешке, птичка вдруг поняла, как ей тепло. Коровье дерьмо вернуло ее к жизни. Птичке вдруг стало так хорошо, что она запела, чтобы выразить свою радость. Пробегавшая мимо кошка услышала пение и решила разобраться, в чем тут дело. Следуя к источнику звука, кошка нашла птичку, раскопала ее и съела. Мораль истории. Первое. Не каждый, кто нагадил на вас, ваш враг. Второе. Не каждый, кто достает вас из дерьма, ваш друг. И третье. Когда вам хорошо и тепло, лучше держать рот закрытым. Однажды весной внук с дедом убирали в огороде сорняки. Вдруг ребенок спросил: «Дедушка, а почему сорняки, которые мы не сажали, так хорошо растут? А то, что мы сажаем, нуждается в нашем внимании, заботе и труде». «Вот, внучек, благодаря своей наблюдательности ты сделал важное для себя открытие. Все ценное и значимое для человека зачастую требует от него немалых усилий, а вредное и ненужное произрастает само».